Ребята, всем доброго времени суток. И в данном обзоре давайте разберем еще один интересный криптовалютный проект под названием Rush Mars. Это новая платформа, которая совсем недавно появилась на рынке, но тем не менее она уже имеет место быть и она уже развивается, что, конечно же, немаловажно. Итак, мы видим, что на главной странице данного сайта есть разные функции, в частности, функции, соответственно, заработка с помощью фарминга, то есть фарминг — это известная тема, вот, и видим, что здесь, соответственно, есть разные варианты, то есть Rush Mars, допустим, к Binance USD, к BNB также, вот, и также можно на самом деле зарабатывать с помощью BNB к BUSD, вот, то есть, в принципе, можно использовать даже более классические варианты, вот, даже можно использовать USDT к BUSD, то есть даже использовать стейблкоины, то есть, что тоже, конечно же, немаловажно. Вот, но наверняка вас интересует вопрос, что же это вообще за проект такой, да, Rush Mars. Так вот, если мы зайдем сюда, то увидим, что у них есть свой токен, да, то есть токен RMars, именно так он называется. У них 18 283 тысячи монет, вот, и, соответственно, 494 холдера на данный момент. Также, что еще хочу отметить, что здесь есть и описание. Документы есть различные, да, то есть есть описание, допустим, предложения. Видим, например, что на первичном предложении монет 1 BNB равен 1000 марсов, а на PancakeSwap 1 BNB 850 тысяч марсов. Вот, ну и также BNB, которые получены от продажи IRO, распределены следующим образом, то есть 50% в пул ликвидности, 50% в фонд развития, то есть маркетинг, листинг на биржах разных типа Hotbit, KuCoin, Milaxy и других. Далее экономика токенов данного проекта, да, она тут не работает, но давайте мы обновим страницу, чтобы все заработало, все легко решается. Так вот, токен я вам уже показывал, адрес токена, то есть видим, что это, конечно же, блокчейн Binance, но это вы наверняка уже заметили. Вот, и видим, что здесь есть emission rate, это 9.09%. Также автоматическая ликвидность тоже здесь, соответственно, есть. Это тоже крайне важно для нового проекта. Есть механизм сжигания. То есть механизм сжигания зачем нам нужен? Нужен за тем, чтобы, естественно, цена росла на оставшиеся монеты. Но это вполне логично и очевидно. Тут ничего особо рассказывать вам не буду. Это все и так понимают. Далее фарминг пул. Ну, я вам про фарминг пул тоже рассказывал. То есть тут, конечно же, самые выгодные варианты — это AirMars к BNB и к BUSD. Естественно, что это самое хорошее, что может быть. Вот. Ну, понятное дело, что они хотят, чтобы их токен был популярным, поэтому они такие условия и делают. Далее Harvest Lockup тоже мы здесь с вами видим. Вот, и, соответственно, он происходит каждые 2 часа. Реферальная программа тоже у этого проекта присутствует, вы можете в ней поучаствовать, то есть, соответственно, реферальная комиссия будет 5%, то есть вы получаете 5% с каждого реферала, что тоже очень-очень неплохо. Вот, ну и далее еще вот есть различные тоже важные данные, допустим, вот аудит есть данного проекта, вот, ну, в общем-то, конечно же, тоже важен, поскольку действительно проект молодой, новый, и важно понимать, что он себя представляет. Далее Core Contracts тоже есть. Ну, опять же таки, все это уже такие данные, которые менее нужны обычному пользователю, поэтому на них останавливаться не будем. Ну, дорожную карту тоже я вам вроде бы не показывал. Это дорожная карта вот перед вами. У них несколько этапов, и в частности первый этап уже начался, вот, а остальные, они уже в скором времени тоже будут. Ну что ж, в целом проект Rush Mars довольно интересный, такая молодая, любопытная платформа, так что поэтому действительно с ней и захотелось вас познакомить. Ну а на этом я буду завершать свой такой короткий обзор, надеюсь, что он понравился. Спасибо за внимание и до встречи.